Всем привет! Продолжаем изучать Spring и продолжим изучать тему обмена сообщениями, тему мессенджинга. Совсем недавно мы говорили о RabbitMQ. Сегодня мы поговорим о ActiveMQ. Так, напомню сперва вообще, что за мессенджинг такой, зачем он нам нужен. То есть обычно нам нужен, скажем так, как-то соединить некоторые части, например, нашей большой программы, обеспечить какое-то синхронное взаимодействие. Для этого у нас есть какой-то продюсер, который производит сообщения разного типа, и консюмер, который эти сообщения потребляет. Но мы не хотим их жестко напрямую синхронно связывать. Мы хотим некий асинхронный процесс. И в качестве асинхронного один из популярных методов это используются разные брокеры сообщений. То есть мы организуем дополнительный слой между продюсером и консюмером. Это еще похоже на то, как работает классическая почта по отправке каких-либо сообщений. То есть вы, продюсер, пришли с письмом, пришли на почту, отправили письмо. Эта почта хранит ваше письмо. Ну, там его поставляет, и затем, кому вы отправили, этот человек приходит в почтовое отделение и забирает его. Вот это все вот про то же самое. Или смс-ки вы отправляете. Это все про то же самое. То есть вы, когда отправляете смс-ку, вас мало волнует, когда он конкретно, кому вы отправляете, получит сообщение. Так что. Ладно. Едем дальше. Теперь поговорим вообще, что такое ActiveMQ. ActiveMQ — это значит, у нас получается некий брокер сообщений. Какие же его особенности? Он гораздо проще, чем RabbitMQ. Там только очереди. Там нет никаких дополнительных абстракций по типу Exchange или Binding. Что из интересного? Давайте зайдем на Википедию и прочитаем. ActiveMQ — это Message Broker с открытым исходным кодом и который реализует Java Message Service. И у вас должна была лампочка загореться. Так, реализует GMS. Реализует, то есть есть что-то типа интерфейса. А в данном случае это не интерфейс, это спецификация. И да, есть спецификация Java-ешная спецификация. Вот небольшая история. Последняя у нас GSR 343. Идем на официальный сайт Java E и скачиваем. Если, конечно, хотите. В принципе, это не обязательно. Просто решил показать, что это обычный PDF. Там просто описание, как это должно все работать. Как это все должно быть работать. И значит, у нас ActiveMQ эту спецификацию реализует. То есть в ней как-то описано, каким образом должен происходить вот этот обмен сообщениями. А вот этот брокер у нас ее реализует. Так, теперь давайте установим все это дело. Для этого идем на официальный сайт. То есть вот и на официальном сайте идем вот download active, идем за последней версией и скачиваем все последнюю версию, в зависимости от того, какая у вас система. У меня Windows, я скачал Windows. Дальше я буду рассказывать, как устанавливается все это дело под Windows. Так что, sorry, если у вас нечто другое. Значит так, у тех, у кого Windows, вы когда установите, распакуете себе, у вас в итоге вот такая папочка где-то образуется. Вы заходите в bin
И у вас будет два варианта. Win32 или Win64. Это зависит от того, в какую из них зайти. Надо будет вам сперва узнать, какая у вас Java, какой версии вы себе забабахали. Для этого вам нужно выполнить команду java-d64 и версия. Если эта команда у вас сработает, то у вас вот нечто похожее выведется и будет, то есть вы увидите. Если будут какие-то ошибки, то знайте, что у вас 32-я версия. То есть вот у меня, как вы видите, 64-я, да? Затем мы заходим в эту папочку, и вам нужно будет запустить вот этот файл под правами администратора. Когда вы запустите это все дело под правами администратора, там, значит, все сработает. И в итоге у вас так. В службах появится вот ActiveMQ. В службах у вас появится ActiveMQ. Она у меня уже запущена, как вы видите. То есть у вас будет просто команда запустить и запустите ее. Окей. Когда вы запустите... Я надеюсь, что вы вот эти службы найдете у себя где. У меня 7, поэтому показывать путь, как там десятки, а у вас, наверное, большинство 10, не вижу смысла. Найдете эти службы и запустите ваш ActiveMQ. Затем, как запустите этот ActiveMQ, идем на localhost. Идем в браузер и запускаем следующее. Local. И в итоге вот у вас такая вещь появится. То есть очередная консоль. Теперь вот сюда нажимаем Manage Active Broker. Так. Меня пустило, но. Когда вы будете первый раз заходить, вас попросят имя и пароль, и это админ-админ. Имя и пароль будет админ-админ. То есть меня тут пустило уже без имени и пароля. И вот здесь очереди. Нажимаем. У вас будет пусто. Это моя очередь. Я ее уже создавал тут. У вас будет все пусто. Окей, значит, вот мы подняли сервер ActiveMQ. И мы, значит, готовы двигаться дальше. Для этого идем в наш проект, где мы работали с RabbitMQ. К слову, RabbitMQ, все, что относится, я тут все это закомментировал, чтобы мне не мешалось. Так, нужно добавить следующую зависимость для работы с ActiveMQ. То есть идем, добавляем следующий стартер. То есть Spring Boot Starter ActiveMQ. Когда добавите этот стартер, теперь нам нужно добавить взаимодействие. Там нужно настроить сервер. Нам нужно connect серверу. То есть нам нужно вот сюда как-то коннектиться. Для этого нам нужно настроить его. Если вы не настроите, то Spring будет юзать внутренний GMS-сервер. А мы внутренними вообще больше никогда не будем пользоваться. Будем поднимать всегда отдельные серверы. То есть, скажем так, приближаться то, как мы будем в реалиях это делать на производстве. Так что поднимаем сервер и теперь пропишем его настройки.
настройки. Следующее у него, значит, пишем Spring, Active, Broker. Broker URL. И здесь нам нужно написать адрес. Пишем TCP, Localhost. Вот эти настройки, которые я сейчас написал, они дефолтные. Они дефолтные. Так. User. Admin. И password. Так, вот мы настроили наш сервер. Можно теперь вот этот application property закрыть. И давайте создадим папочку отдельную. Да, я создам отдельную папочку. Папку для работы с ActiveMQ. Хотя давайте я лучше MQ Active. Вот так вот. Чтобы все это рядом как-то было. Значит, с скедулером я, то есть, продюсер я сделаю немножечко по-другому. Я сделаю его через REST контроллер. Через REST контроллер. Поэтому давайте Active MQ контроллер REST. REST контроллер. Пишем request mapping. И здесь я напишу active. Окей. Теперь мне нужно сюда заинжектить. Пишу autowire и private JMS template. Поскольку у нас ActiveMQ уже реализует JMS, поэтому мы можем воспользоваться данным JMS темплейтом. То есть я уже предполагаю, вы уже понимаете, да, что здесь опять скрывается какой-то шаблонный общий код по настройке соединения к JMS. Здесь нам сразу мы можем воспользоваться упрощенной схемой. То есть мы просто будем писать, какое сообщение и куда. Все. Вот эти вот настройки, которые мы прописали, вот здесь вот, это у нас Spring Boot все остальное сделает. Так, теперь нам нужен, давайте, я хочу через методы контроллера все это сделать. Поэтому getMapping пишу value. Напишу send. И я вот здесь вот. Давайте через path variable по-простому сделаем. И продюсер там у меня text html. Окей, теперь мне нужен метод public string send message. Мы сегодня очень простой вариант рассматриваем. Мне нужен path variable text message. Так, string. Message. String message. И что нам остается? Нам нужно лишь воспользоваться теперь темплейтом. Так. Пишу send. Здесь одна из прикольных вещей, которую... Вот этот месседж, это я вот уже до этого пробовал. И создал месседж. Но я его создал вот не из панельки вот здесь вот я создал, а я создал прямо из кода. И самое прикольное в чем? Вы вот смотрите, я вот сейчас destination напишу, давайте какую-то... Допустим,
Да, давайте, давайте. Ну, допустим, Q, Super Q. Вот, Destination Name. То есть создастся автоматически вот здесь вот очередь с таким именем. То есть вам не нужно никаких подготовительных действий по созданию этой очереди создавать. Круто, круто. Так, и отправляем месседж. И теперь мне нужно еще вернуть. Я верну вот такое сообщение, типа да, что все отлично отработало. Так, что ему тут не нравится? А что ему тут не нравится? String. Ой-ой-ой-ой-ой. Я не то написал. Не просто send, а convert. Convert и send. Вот сейчас все хорошо. То есть будет некая автоматическая конвертация и затем отсылка. Все. Давайте поднимем все это дело. Поднимем все это дело и отправим несколько сообщений. Посмотрим, что у нас все работает. Так, сервер я поднял. Сервер я поднял. Идем. Так, это не то. Вот. Вот наш. Нашей очереди пока нет. Идем. Я пишу localhost active send closure. То есть я отправляю сообщение к closure. И та-дам! Сообщение отправлено. Давайте я еще одно отправлю. Scala. Та-дам! Сообщение отправлено. Теперь идем на сервер ActiveMQ. Где здесь кнопочка update. Ладно, сделаем так. И вот у нас Super Q. Super Q. И как мы видим, у нас два сообщения. У нас здесь два сообщения. Давайте зайдем. Зайдем. И как мы видим, у нас... Давайте зайдем вот сюда. У нас первый был клажура. А, значит, по список по-другому. Окей, скала. Вот наша скала. А вот наша клажура. Здорово, А теперь нам нужно научиться потреблять это все дело. Давайте напишем consumer. Наш consumer. Consumer, кстати, здесь рисуется вот аналогичным образом. То есть вот есть Rabbit Listener, а есть GMS Listener. И мы вот сделаем его тоже по-простому. Давайте создадим компонент. Назовем его ActiveMQ Consumer. Окей. Это у нас компонент. Так. Когда он его потребляет, мы будем все это в лог писать. Как в прошлый раз вот делали с Rabbit'ом. Сделаем очень аналогичные действия. GMS Listener. Здесь мы пишем Destination. Так, Destination. Destination у нас Super Q. Пишем Public. Public Void Process Messages. Здесь у нас мы же стрингу там принимаем, так и пишем string message. То есть очень-очень все то же самое, что мы писали в Rabbit. Пишем log info и давайте received и plus message. Все. Готов. А, нет, остался последний шаг. Теперь нам нужно в главном методе указать следующую аннотацию. Enable GMS. Все. Теперь идем и стартуем. То есть мы сейчас увидим в консоли
что у нас потребилась скала, что мы прочитали скалу и прочитали клажуру. Окей, ждем. И вуаля, читаем надпись. Ресив клажура, ресив скала. Можно еще какой-нибудь отправить. Давайте отправлю эликсир. Отправил эликсир. Снова дан. Так. И вот. Круто. Пожалуй. Я даже не знаю, есть ли здесь вообще смысл какой-то повторять. Здесь особо трудностей нет никаких. Потому что, почему? Потому что JMS вот этот вот, он достаточно простой. Он гораздо проще, чем RabbitMQ. И здесь, кстати, тоже можно посылать объекты. Сделаем это как-нибудь в следующий раз. То есть мы разобрали просто самый простой вариант. Ключевой момент, что мы подняли сервер и организовали сообщение. Правда, опять же, организовали сообщение между продюсер и консюмер у нас был в одной программе. Но обычно это будет в разных программах, в разных частях. Окей. Но это для нас не важно. Мы, самое главное, научились посылать на сервер сообщения и читать с них. Кстати, если мы сейчас зайдем вот сюда, то мы увидим, что 3 было поглощено, то есть вот то, что мы сделали. И количество консюмера у нас 1. И сообщение на текущий 0. Здорово. Очень люблю вот такие классные, удобные штуки консольные, когда можно все своими глазами увидеть и пощупать. Окей. Что ж, изучайте Spring. See you next time.